Вот, и ты, короче, застукал за тем, что они травку, короче, курят. У меня трава более лучшая, потому что в ней более большая дозировка. Может, попробуем что-нибудь новенькое? У меня тут есть один знакомый. Ну, может, в этот раз сломишь цену, последний раз. Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала. С вами снова я, Демастер. И сегодня у нас будет кастинг, дорогие друзья. Кастинг по бомжу. Ну, на бомжа, кастинг на бомжа. Да, будет кастинг на бомжа. У нас 11.26. Мы уже ждем, даже 11.27. Мы уже ждем 27 минут людей. А, в общем-то, сегодня, чуваки, на кастинге. Первая серия кастинга. Сегодня у нас здесь все с модами уже, с модификацией. То есть я даже могу фаниться, брать вот так вот, не знаю. Вот так вот брать, вот так вот делать. Короче, дорогие друзья, объясню правила, что мы сегодня будем делать. Короче, я буду, получается, выбирать людей, давать им какой-то текст или просто давать им какую-то роль. Они должны будут импровизировать, что-то говорить, там, не знаю, разговаривать. Я буду отбирать из них, получается, тех людей, которые мне кажутся интересными. И у нас сегодня всего лишь собралось с модами, конечно же, меньше людей пришло на кастинг, но тоже нормально. Смотрим, да, слэш-лист пришло 147 человек. Все, вайт-лист я врубаю, вайт-лист он. Больше никто зайти не может с этой минуты. Ни один человек не может зайти. Кстати, после вайт-листа куда даже смог зайти. Как он это сделал? Потом, короче, я еще придумал, что некоторых актеров я отберу чисто из-за того, как они стреляются. Да, некоторым повезет. Я возьму по-разному людей. Кто-то будет хорошо говорить, возможно, я возьму, да. Но вообще, я думаю, набрать человек может быть 40, да, может даже 50. То есть, если здесь 150 человек, то, скорее всего, 1/3 их ребят пройдет. Сколько серий получится, честно, я не знаю. Надеюсь, будет серии, ну, не знаю, 5. И вам будет интересно смотреть. Вы всегда любите такое дерьмо, я знаю, да. Мне тоже нравится такое снимать. Ребята сейчас готовят улицу, на которой мы будем проводить перестрелки, да, между чуваками. Ладненько, вот у меня арсенал весь есть. Давайте выберем уже первых людей, которые, ну, на 150 человек. Можно, в принципе, сильно не торопиться. Если я буду за серию человек по 30 отсеивать, будет неплохо. Так, хорошо. Так, давайте это... возьмем вот этого чувака, иди сюда, давай. И сразу же беги, знаешь, куда? Сейчас я сделаю зону здесь отдельную. Красную шерсть кому-нибудь возьму, вот такой вот, да. Здесь сделаем отдельную зону, где мы будем собираться и челленджировать. В прошлый раз, как помните, было у нас, например, все так подготовлено и так далее. Целая карта была сделана. В этот раз ничего такого нет. Ничего страшного. В этот раз у нас все так поспокойнее. Но у нас меньше людей. Меньше людей, не нужно так сильно париться из этого. Так, хорошо. Дальше кого еще возьмем? О, нет, вот ты, чувак, подожди. Ты пока нам еще пригодишься. Так, ого, нифига себе. Вот, ты давай, ты вот генерал, давай. Генерал, давай, иди сюда, генерал, да. А вот это тоже мне понадобится, чувак, потом, ну не сейчас, сейчас, ты пока жди, 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 этот доктор ученый. Так, о, это что, Макс Майншторм из Криптогорода? Нихера себе. Так, 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 ему нужно кого-то к ним третьего еще. Генерал, короче. Вот этого тоже как школьника возьму, давай, пойдем. Выдаем микрофон этим трем молодым пирожкам. Так, алло, Майлз, привет. Клеузу выдал. Рад приветствовать. А кого ты собрался отыгрывать в сериале «Бомж-каратель»? Ты будешь отыгрывать малолетнего мафиозника? Ну, вполне можно. Какую роль? У нас существуют малолетние мафиозники вообще. Нет. Так, говори, целый ролл стайл, привет. Да, привет, слушаю. Вот, это нормально, у вас не нравится, тупо. Так, ну что, расскажи о себе, зачем пришел? Зовут Николай, 14 лет, пришел сниматься у тебя в бомже. А из какого города? С севера, так скажу. Ну не, ну с города какого, скажи. Ну, с Архангельска. С О, братишка, Архангельск, братик. А ты мне знаешь, что скажи лучше, братишка, да? Улица, номер дома, квартира, где прячешь ключ, где находится сейф, код от сейфа, значит, когда вы уезжаете с родителями, вот это всю информацию нужно. Да-да-да, сейчас. Предоставишь, да? Сейчас, да. Ну, в личку пиши, чтобы никто другой раньше не успел, кто ближе находится к твоему дому. Да, хорошо. Хорошо, ладно. Так, дальше, что это у нас за генерал? Генерал, ну-ка скажи что-нибудь. Всем привет! 228. Хорошо, хорошо, да, это идеально. Мама поведет с кинами, было бы лучше, на самом деле. Короче, сцена, да? Вот ты дед генерал, да, у тебя есть два внука. Знаю. Вот этот и вот этот. Вот этот будет младший внук, а это старший внук. А ну в школу быстро. Не, погоди, 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 погоди. Ты слишком рано начинаешь, я тебе дам отчет, да? Вот, и ты, короче, застукал за тем, что они травку, короче, курят. А вы, короче, должны попытаться убедить деда, что это была не травка, а это просто, типа, это, сигареты обычные. Ну, типа, тоже неправильно, вы, короче, извиняетесь, вот. Ну, все, типа, давайте, вы, типа, чините траву, давай, типа, давай, раз, два, три, поехали. Нормально, нормально. Привет, как пацаны. Ты через стену прошел? Что вы делаете? Да еще раз. Раз, два. Раз. Да как ты опять через стену прошел? У тебя же дверь есть. Она не открывает. Хорошо, я открою тебе дверь. В геймоде один буду. Нормально, нормально. Что вы тут делаете? Дед. Ничего. Мы ничего не делаем. Мы сидим. А ты что делаешь? Это конфета такая. Конфета такая. Какая конфета? Лолипоп. Леденец. Ну-ка дайте мне. Да. На, держи. Ты что? Нет, это леденец, я показалась.
Леденец. Это нам мы купили в магазине, там 5 рублей стоило. Угу. Там какая-то странная тетка продала. Пробуй леденец, он вкусный. Или чем ты уже пробуешь леденцы? Дед, ты почему постоянно на голову этого чувака залазишь? А ты почему белый постоянно сидишь, тебя так дергает, как будто ты это наяриваешь в этот момент на деда своего решил? У тебя какие-то фетиши странные, что ли, или что? Дед, это у тебя какая-то эпилепсия в старости началась, да? У тебя какой-то... Да. Они... Ты срать, что ли, хочешь? Или чуть-чуть такое? Смотри, вот отойди, посмотри как со стороны. Ну, отойди вот сюда, отойди. Представь, если бомжей я бы вот так бы разговаривал, типа, как в Бравл Старсе, типа, а чё это у тебя тут, а? Что это у тебя? Ну, ты стоишь просто реально, ты куда-то туда-сюда ходишь, ты в реальной жизни, когда разговариваешь, начинаешь плясать, что ли, перед чуваком, пляски какие-то устроил, залазишь зачем-то к нему на диван, на колени садишь, встаешь ему или чё, это какие-то пытки? Взял еще и сбил внука бедного. Ой, так, ладно, нужно думать. Что скажешь, мистер Няшка? Леденцов приел. Дед обкурился. Сквозь стены проходит, чувакам хочет дать пососать, я не знаю. Не, чуваки осуждали, типа, в комментариях читал под Бравл Старсом, типа, да мастер говорит, когда бегаешь, не прыгай. Но это в Бравл Старсе. Бравл Старс совершенно другой сериал, там он, типа, более рофильный. В бомже такого, конечно, нет. И там насчет докапываются, что тут ты говорил чувакам на кастинге, чтобы они не прыгали, когда говорят. Типа, ну это Бравл Старс, там все можно. Так, хорошо, с этими чуваками, что с вами делать? А вот дед делся. Меня кикнул за флай. Ну, дед, как бы, ну тут все очевидно. Ты прыгал, что ли, опять? Ну вот и не прыгай. Вот иди, чуваки, прыгать плохо. Будете прыгать, вас могут кикнуть за флай. Ну ладно, посмотрим, как он стреляется. Верни его, может, он хотя бы в перестрелках будет нормально участвовать. Ну да, он нормальный. Так, хорошо, в целом, более-менее не так все плохо, давайте. Это зал для лекций, что ли, будет? Это зал тех, кто прошел до этого момента. Так, нужно выбрать остальных 4 человек. Ну, эти были смешными, на самом деле. Так, давайте... А, вот я на доктора, где были доктора? О, доктор, давай, выходи в красный прямоугольник. Тут еще один такой же генерал, один в один, ты посмотри. О, еще доктор, давай, доктор, пойдем. Выходи тоже, да. Макс Мейншторм, давай тоже выходи. Так, короче, я придумал сценку, короче. Вот вы здесь сидите такие втроем, да, три доктора. А, дай ему голос. У тебя голос пока забери у троих, кого выдал. И вот этим троим дай голос. Хорошо, так вот, ну-ка скажи что-нибудь, горилла. Алло? Тут понятно, горилла, у тебя минус 50% шанса лопать, потому что микрофон говно. У меня есть для вас сцена, да? Вас вообще должно быть трое, но третий куда-то потерялся, Кадман. Короче, значит, у вас такая сцена. Вы два, значит, ученых. Ну, не ученых, типа, ну, таких челика, которые работают на мафию, да, производят травку, и, короче, ты, типа, делаешь... Кэдман пришел. А, он пришел? Значит, ты третий, Кэдман, ты будешь третий. У них все такие школьные голоса, это так смешно, он не пойдет пофиг. Неважно, какой у вас голос. Вы не слышите? Не, мы тебя не слышим, брат. Короче, вы все втроем производите разный сорт травы, и каждый из вас считает, что у вас самый лучший товар. И вот, и вы должны убедить друг друга, что у вас самый лучший товар. Придумывать какие-то вообще факты, прямо, ну, неважно. Можно брать просто из неба, из воздуха какие-то понятия, факты и так далее. Главное, чтобы это звучало красиво, главное, чтобы это звучало правдоподобно. Вы должны убедить своих соперников, что ваш товар действительно хорош. Все, а я вот здесь как приемная комиссия буду сидеть и смотреть за вами, значит. Так, ну все, начинайте. У меня трава более лучшая, потому что в ней более большая дозировка. А от более большой дозировки происходит более большое привыкание человека к данному товару. То есть более большая продуктивность. Да что ты говоришь? У меня вот тут просто настолько большой сорт, что ты можешь выбрать все что угодно. Если ты захочешь, не знаю, просто даже... так крякнуть, то ты сможешь это сделать за 2 минуты. Если ты захочешь просто кайфануть, ты просто 2 миллиграмма возьмешь, нюхнешь, все, пожалуйста, ты уже в космосе. Ну, крякнуть я не Горилла вот летел. А что третий ничего не сказал? Ну говори, Горилла, продолжай, типа, коллега покинул, давай дальше. Ты пока, давай файтлист коллегу тут расстался. Коллега покинул нас. Видно, его трава была более низкого качества, чем наша, и более низкой под... Более низкое, чего не услышал. Ты типа прерываешь. Продуктивности. Ладно, Горилла можешь не добавлять. Горилла, прости. Но у тебя такой плохой микрофон, что это все твои баллы выдернул. Но сказал он, кстати, неплохо. Горилла, прости. Но массовку его можно. Ну ладно, окей. Ну массовку. Да массовку их всех можно взять. Давай 150 человек просто возьмем без кастинга. А я? Так, вы вдвоем проходите туда, на стул, туда сядьте. Нам нужно дороги, еще три новых чела. Три новых чела. Гигеймер, Флай, Драгон, Вика. Так, ладно, найдем другую девочку. А что, Джеймс Грой? Что приперся? Вот, Ирен. Кажется, у Ирен лагает. Мне кажется, Ирен уже не подходит к записи. Да, кикните. Ирен, прости, но у тебя лагает, чувак. Ты не сможешь записываться. Точно, я придумал. Ну-ка, знаете что? Сейчас все начинаем медленно бегать по кругу этого квадрата. Я уже вижу, кажется, одного человека, который лагает. Да, вот я еще одного человека, который лагает, нашел. Максим, Максим. Эх, у тебя такой крутой скин был.
Но лагает, у тебя рывками двигается, я вижу. Вот именно Максим рывками. Джеймс Гровер рывками двигается. Почему этот стоит? А, у них лагает, смотри. Ну вот, вот, смотри, все, лагерь. Смотри, сколько. Раз, два, три, четыре. Ну, тикайте тех, у кого лагает. Посмотрите за ними. Если у них в течение там 10-15 секунд лагает, все, они нам не подходят уже. Блин, почему сразу так не отсеяли? Так, ну в целом, да, видишь, сразу же видно, кто лагает. Кто будет стоять на месте, мы, возможно, подумаем, что вы лагаете, кикнем вас. А, ну все. Флай Драгон тоже банить. Но она лагает, смотри, я даже ее бью, она даже, ну, у нее интернет плохой. Блин, да что ж такое-то, ребят, ну мне так не хочется вас банить, реально, мне хочется взять всех. Я, может, даже 100 человек сегодня возьму. Блин, столько лагает сейчас. Ну реально, ну вот видишь, мы начали двигаться, а в серии Максим. Все должны двигаться, должен быть экшон. Я не хочу, чтобы у меня во время серии кто-нибудь залагал, очевидно. О, кстати, неплохая проверка. Да, лагает кошка. Ну, у вас, чуваки, у вас плохой интернет. Возможно, у вас тянет сборку, но у вас плохой интернет. На серии будет по 30-40 человек. То есть, как бы, и у вас будет тоже лагать. Что ты здесь пустой? Ой, Блэклоуд, что ты сделал? Что, FPS даже не упало? У меня это проверка просело. На еще больше лагучий. На 300, да, на еще лагучий. Давай сначала отсеем тех, кто вообще не может даже в пустой коробке. Там же еще будут дома, города, потом машины будем ставить уже. У меня минус 300 FPS из-за этой тачки. У меня мало памяти выделенного. А, они лагают за то, что у них мало... Ну, чуваки, это не моя проблема. Вы должны были понимать, что вы заходите на сборку, которая потенциально тяжелая. И вы... Ну, чуваки, почему? Вы не подготовились, Джеймс Грой. Ну, ты тебе показал, что не подготовлены реально, чувак. Крейзи Рэббит, это же актер. Это Богдан 25. Это наш челик, Крейзи Рэббит. Ну, он, скорее всего, тоже не выделил память. Мне кажется, здесь сейчас все, кто лагает, они не выделили память. Но это их ошибка. Это их ошибка, я считаю. Вот, хорошо, давайте пока тогда что сделаем. Тут один челик сидит, геймер. Я что предлагаю, из тех, кто не лагает. Я вот доширака возьму. Доширака, давай иди сюда. Доширака, выходи. Ой, Максим, он прям рывками тут двигается. Доширак, сядь с геймером. Так, и возьму, короче, это. Так, взять. Иди. Не стойте! Что остановились? Сейчас бан буду давай. Вон, видишь это? Терп, выходи. Так, вот ты типа, короче, продаешь наркотики. Гибес, у меня все 300 с наркотой, ну это даже смешно. Вот, вот, ты продаешь продавец наркотиков, да? Так, а ты, короче, парень с девушкой, вот вы здесь станьте здесь, да? Вот, ты, короче, да, уламываешь свою телочку опробовать что-то незаконное, понял, да? А она такая, типа, ломается, но тоже хочет, просто строит и себя не дотрогу. Вот, и, короче, вы втроем идете. А, идете к дилеру, потому что ты уже запланировал встретиться с дилером. И хотите у него купить, а дилер? Видит, что они одеты в богатые, ну, такие достаточно дорогие костюмы, там, Gucci, шмот, а у девки тоже там что-то дорогое. Пытаешься, короче, заломить цену, да? Они максимум хотят купить за 10 баксов, а ты им говоришь 25 баксов за косяк. Я не знаю, сколько стоит, но, блин, ну, это смешно, 25 баксов за костюм. Все остальные продолжаем бегать! Остановился, умер! Все, поехали. Свет, камера, мотор. Привет, ну что, может попробуем что-нибудь новенькое? У меня тут есть один знакомый, как насчет к нему сейчас пойти и... Доширашка, ты еще молчишь, вы точно доширашке дадите микрофон? Поговори, давай. Донг... Говно? О, круто, мне нравится. Плюс 10 баллов, берем. Мне кажется, сразу стоит ее взять. Так, все, хорошо, давай. Продолжаем. Все замолчали, все, давай. А начинаем с того момента, где остановились, да, доширашка, говори. Может, не надо? Это же, наверное, во-первых, дорого будет, во-вторых, здоровье плохое будет. Ну ничего, я уже 100 раз пробовал, у меня есть много денег, пойдем. Ну, может, нет, как бы. Я хорошая, я такое никогда не пробовала, тем более. Ну, тогда не рано попробовать. Ну, ты уверен? Да, я всегда уверен. Ну, пошли, наверное. Но если это будет плохо, я тебя брошу. Здравствуйте. Привет. Мне, что? Как обычно. Давай за 10 на этот что раз. Вам? Не, за 25. Ну ты что, ну мы же с тобой давно знакомы. Потому что ля побольше. Не знаю. Ну тогда я пойду, ну, может быть, найду по связям другого. Ты мне еще, кстати, должен был 5 баксов. Эх, ну это да. Когда отдавать будешь? Ты мне обещал тот раз в этот раз отдать. Ты меня пытаешься обмануть? Нет, почему? Мы же с тобой друзья. Мы с тобой не друзья, а знакомые, и я продавец только. Ну, может, в этот раз сломишь цену, последний раз? Нет, я не буду ломать, он мне и так должен 5 баксов. Эх, ну тогда мы пойдем к другому, что ли? Можете идти, я за вас не держусь, у меня есть много постоянных клиентов других. Ну, тебе что, сложно, что ли? Да. Ну, ты понимаешь, 25 какие баксов, деньги ты теряешь? Еще плюс 5, 30 баксов, давайте. Ну не знаю. Ну я жду. Ну ладно. Новый этап только. 25, ладно, так уж.
Еще ты мне было бы круто, короче, если бы это девчонка бы такая, типа, знаешь, такая: ты же говорил, у тебя много денег, ты что, меня обманул? Ты что, даже за 25 баксов не можешь купить? Вот. А и когда, например, она говорила тебе, торговцу, такая, типа: ну, может, ты скинешь цену? Ты мог бы что-нибудь пошлое сказать, там, не знаю, по рофлу, типа, ну, можем пойти с тобой, пока твой парень здесь постоит, договориться вон там за поворотом. Что-нибудь такое вкинуть, типа. И ты такой, типа, говоришь: мы не друзья. Нет, ты должен говорить, что вы друзья, ты же собираешь хорошим продать, типа, товар, это же логично, должен делать вид, что вы друзья. Вот, и ты говоришь: я за вас не держусь, у меня много клиентов. Нет, типа, ты должен просто пытаться уломать их на 25 баксов, а если ты скажешь им, типа, ну, валите отсюда, у меня есть другие чуваки, ты ничего не продашь, то есть у тебя будет ноль. Короче, вот. Ну ладно, короче, идите туда, встаньте все втроем. Вы мне нравитесь, только иногда забывайте кивать, причем все. А Терп, ты, блин, ты вроде бы уже участвовал когда-то в съемках. Что это вот за танцы у тебя были, пляски перед чуваками? Ты что там, перед ними русские народные танцы, что-то? Ну я же типа обкуренный. Ну это нет. Они обкуренные, они танцуют. Я видел обкуренных людей. Ну, может, и танцуют, не знаю. Я на самом деле не так много их видел. Все, короче, вы здесь стойте. До следующего раза. Чего ты по забору прыгаешь? Тебя что, Макс Мейншторм, забанить? Так, ну что ж, дорогие друзья, в этот раз у нас прошло вот столько вот участников до полуфинала. Еще многие выйти. И вообще, за первую серию мы уже отсеяли столько людей, что у нас осталось 89. Мы уже половину отсеяли! Притом, ну я как бы сразу говорю, что половина, во-первых, зашло в комнату человек 250 в TeamSpeak, я сказал, 100 человек не сможет зайти, зашло 150 в начале первой серии, помните, вот в начале этой серии. Дальше 100, значит, было что? Ну, а дальше, да? Началось самое интересное. Дальше мы кикнули всех, у кого лагало, и отобрали еще несколько человек. Причем мы всех взяли почти, кроме одного или одного чувака, да. Кроме одного чувака, мы вообще всех взяли абсолютно челиков. Я говорю, у нас придет очень много людей. Главное, чтобы их не лагало, но и они могли хоть что-то отыгрывать и понимали вообще, что происходит. Ладно, это у нас какая-то обкуренная серия была, так что ставьте ваши лайки, подписывайтесь на канал. Ну а мы с вами увидимся в следующем видео, дорогие друзья.